Ну, я думаю, нужно обратиться к Священному Писанию. Там написано, когда развод приемлем, и я считаю так же. То есть, если одна из половин из семьи не игнорирует и уходит от и даже изменяет, то здесь можно говорить о прекращении отношений. Но если есть сожаление глубокое о произошедшем, то в силу вступает другой закон, закон прощения, милосердия. Ну и дальше, после травмы сердечной, опять же придется сердце поправлять, и опять же со Христом.